Большой привет и салам, друзья! С вами спортивный трек. Сто пудов, как всегда, я Артем, а сегодня мне помогает Александр Загорский. Все теплее и теплее, практически все жарче и жарче становится в Кыргызстане. Это неудивительно, потому что завтра Бишкек задрогнется от смешанных поединков Шашкуч Файтинг Чемпионшип. А сегодня мы на церемонии завешивания. Да. И будет не менее круто, так что садитесь поудобнее. Мы начинаем. Дорогие друзья, сегодня, как мы видим, отличная организация, новогоднее настроение. Судя по лицам болельщиков, все довольны, улыбаются. Все ребята в сборе. Айбек, тебе два слова, как вообще настроены ребята, как они готовы к завтрашним боям. Нету ни травм, ничего ли? Спасибо. Все команды приехали, все благополучно разместились. Настрой у бойцов бешеный, все готовы, никаких травм нету. Мы все на старте, организация, все готово. Мы ждем только старт. Только победы, друзья, я уже успел даже сфотографироваться с командой из Чечни. Пожелать им welcome в Кыргызстане. Вот, так что ожидаем ярких боев. Ну а вот представитель клуба Джашкуч Санкт-Петербург, которого зовут Эмильбеков Джиргалбек, и у него завтра тоже тяжелый бой. Какие впечатления, как настроение перед боем? Отлично, боевое настроение. Что стоит нам ожидать завтра? Ожидаю. Посмотрим, я готовился долго к этому бою. Мы постараемся показать зрелищный бой. Посмотрим. Как вообще в Петербурге, как подготовка? Как отлично, отлично. В Кыргызстан не часто приезжаешь? Да, часто. А чем питерские тренировки от кыргызских отличаются? Ну, одинаковые. Нету, одинаковые. Нам останется только посмотреть и проверить эти слова завтра на деле. Желаем тебе победы и уверенного нокаута. Дорогие друзья, ну и вот одна из легенд, мы уже так называем, Бахтияра Тайчубаева, у которого завтра тоже тяжелый бой. И я, кстати, в сегодняшнем Стердауне делаю прогноз, что как раз-таки стычка будет в его паре. Вот так вот, на литр базочек. Давай лучше спросим. Да, будешь стычку делать сегодня? Посмотрим, что делать. Ну, что касаемо завтрашнего боя, вообще, как ощущение внутреннее, как настроение, готов ли? Да, конечно, иншаллах, готов. Завтрашнем бою. Ну, а если дать твой прогноз по противостоянию стенка на стенку клуба Ахмат и Джашкуч, кто победит? Иншаллах, Джашкуч победит. По-любому, Джашкуч сила. We'll be right back.
друзья, ну вот, как вы видите, здесь команда Чечни сейчас в полном сборе. И представитель заглавного боя вечера сейчас перед вами. Мы ему зададим несколько вопросов. Ему предстоит бой с Телеком Батыровым, а это один из самых лучших бойцов в нашей стране. Поэтому какие твои прогнозы на бой завтрашний? Что будешь показывать? Завтра все-таки видим, узнаем, кто из нас лучше. Он тоже гетлик, я тоже гетлик. Тут победить сидишь. Ну, мы пожелаем тебе тоже удачи, добро пожаловать в Кыргызстан. Ну и ваша коронная фраза, пожалуйста, самая. Ахматчива, ахматчива. И тут же по горячим следам нам попадается Телек Батыров. Мы только что поговорили с его соперником. И он, Телек, сказал, что в октагоне завтра все и выяснится. И сильнейший одержит победу. Какие твои прогнозы на завтрашний бой? Да, у меня прогнозы, да, как и коллектор. Ну, октагон покажет, конечно, по-любому выездил. Но настраиваешься на все раунды, да, или будет нокаут? Постараюсь нокаут. Ну, мы, болельщики, будем от тебя этого ждать, потому что Телек Батыров – это действительно один из лучших бойцов в нашей стране. Успехов тебе, Телек. Ну, а мы пойдем работать дальше. Друзья, ну вот сейчас перед вами появляется участник главного боя вечера в завтрашнем турнире. Так как ожидают все болельщики, тебе несколько вопросов. Ну, в первую очередь, добро пожаловать в Кыргызстан. Насколько нам известно, ты здесь впервые. Какие впечатления?
хорошо принимают, как бы, хорошие отели, полноценно, как бы, кушать, все, все шикарно. Ну, ты доволен, перед боем у тебя никаких обстоятельств нету. Смотри, мы тоже смотрели все твои бои, ты очень любишь работать в партере, с чем это связано, и если немножко, пару слов можно, то буквально о тактике на завтрашний бой. На завтрашний бой, как бы, когда заходишь в клетку, все бой показывает, а дальше, как бы, знаю, соперник ударник, придется над ударкой тоже работать. Или все принимать на себя, а потом выждать момент. Ну, мы пожелаем тебе хорошего и красивого боя, так что welcome в Кыргызстан, приезжай к нам почаще, всегда будем рады тебя увидеть. Ну вот такой вот жаркой получилась церемония взвешивания, ребята, я аж сам сейчас вспотел, особенно после стычки Мыктыбека и Юрия Проценко, это было на самом деле эффектно. Я думал, подерутся ребята еще до турнира, так что всем обязательно завтра быть 2.20. Да, схватки обещают жаркие, несмотря на то, что многие ребята сегодня потолкались, но все друг другу пожали в конце руки и пообещали завтра честного боя. На самом деле здесь было жарко, потому что... Можно менять хоть одежду, но это не от жары, а от того, что просто эмоции зашкаливали. Полный Бишкек-парк, отличный интерес к этим боям. Так что мы завтра тоже будем наслаждаться. И вы все это увидите на нашем канале в Ютубе и также по телеканалу «Любимый HD». С вами, как обычно, остаемся мы. Я Артем Мищенко, Виталий Тарадин и спортивный проект «Сто пудов». Всем пока!